Итак, друзья, всем здравствуйте. Хочу, уже давно собирался показать, сделать видеообзор, как можно в программе Virtual DJ, которую сейчас вы видите на экране, проигрывать караоке-клипы. И для того, чтобы можно было, то есть, чтобы можно было потренироваться, как подключить микрофон, как вообще настроить программу и какой эффект на голос можно наложить. И потом еще плюс это все можно записать для того, чтобы потом в результате прослушать, как вы звучите, исполняя ту или иную композицию. Вот. Для начала я покажу просто, ну, это с простым обычным вот микрофоном, который будет подключаться в микрофонный вход. Сигнал, конечно, будет слабый. Если грамотно это все делать, то надо будет звуковая карта микрофонным предусилителем, который отдельно подключается в микрофон. Но это долгая история. Мы рассмотрим пример на самый примитивный, домашний. Это простой пример, когда у вас есть компьютер, когда у вас есть микрофон, просто вы скачиваете эту программу, вы устанавливаете вот этот специальный драйвер ICO, как его установить, вот наберите в интернете. Потом здесь делаете некоторые настройки. Ага, здесь не получится у нас, потому что занято. Вот. Почему-то занято. Надо было сначала запустить ICO. Занято, потому что сейчас я... Да, как же записать тогда? Сейчас, секундочку. Я подумаю. Итак, я продолжу. Попробую продолжить. Сейчас посмотрим, будет ли драйвер этот занят. Сейчас мы перезапустим программу. Если он останется свободным, там не должно быть никаких крестиков на входном канале. Значит, где он, смотрим. Ага, вот, отлично. То есть нам надо здесь микрофон, здесь можно поставить буфер поменьше. Это для чего нужен этот драйвер? Он убирает задержку. Если просто включить микрофон общую громкость, то появится очень сильная задержка. Этот драйвер убирает максимальную задержку. И он необходим. Потом нам надо выбрать здесь микрофон. Я сначала все покажу, а потом подробно, может быть, и расскажу, как это все делается. Так, вот. У нас здесь появился микрофон. А теперь мы берем этот микрофон и подключаем к компьютеру. Раз, два. Микрофон мы не слышим. Раз, два. О! В динамиках сейчас появился звук. Можно сделать динамик погромче. 1, 2, 3, 1, 2. Но микрофонный звук слабоват. Его можно чуть накрутить. Раз, два, раз, два, три. Он идет на один канал. Вот видно, как работает индикатор. Сделаем погромче. В принципе, у меня вот такой вот микрофон. Он, конечно, особо для каких-то таких вот дел не подходит, но просто как пример, чтобы можно было себя записать. Ну, сейчас выберем какой-то караоке-клип. Да, и теперь эффект на голос. Вот, выбираем этот эффект. Чтобы понятнее было, этот эффект актуальный. Вот я покажу на профессиональном микшерном пульте. Вот этот эффект, если вы видите, караоке эхау, хало, или как он там, да. Ну и здесь у нас он на экране. Так, ну сейчас выберем какую-то песню. Раз, два. Что она не работает? Раз, два. Один, два, три. Раз, два. А, потому что я ползу ног. Ползунок должен здесь быть посередине. Если мы убираем, вот ползунок посередине, максимально. Ну, здесь, конечно, еще должен быть предусилитель или хороший микрофон. Этот микрофон не подходит, потому что он за...
это самое. Ну так для тренировки может быть, и в принципе он и подойдет. Так, сейчас выберем клип, допустим. Еще одна настройка, здесь мы можем смотреть. Так. Сейчас возьмем выберу, где у меня тут лежит. Ну вот, в принципе, можно попробовать. И здесь вот делаем, ставим запись сейчас. Запись, мой голос. Так, раз, сохраняем. Выбираем килобитрейты. Вот. Место мы указали. Раз, два, три, раз, два. Ну, теперь можно попробовать. Включаем эффекты. Раз, 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 раз. Один, два, три, 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 три. Раз, два, три, три, три. Здесь можно эффекты настраивать. Раз, два, два, два. Один, два, три, 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 три. Один, два, 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 два. Один, два, три, три, три. Один, два, три, три, три. Один, два, 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 два. Один, два, три, три, три. Один, два, три. Вот эффекты, в принципе, готовы. А задействованы, подключены. Сейчас это все пишется. Можно будет услышать. Ну и теперь запускаем короткий клип. Всему несбывшемуся посвящается. Делаем его, конечно, потише, потому что нет предусилителя на микрофоне. Погромче акустику. Раз, два, один, два. Давай, здесь есть своя правда. Как правильно здесь жить, я не знаю. Лишь хочу видеть я в глазах твоих много кайфа и взлетки, что в шишке. Кроссы отлетали, насмотреться друг на друга под утро. Ведь нам не быть с тобой вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много заметов. Лишь просто я тебя обниму. Полетали ты, и над заливом запомни ты меня таким, таким счастливым. Легких тает ты, и тем же утром запомни. С тобой детей не видеть старость, не заставлять квартиру новыми вещами. Скорее всего я не увижу тебя больше, так что жить в кайфе, не унывать, пообещай мне. Все, что в этой жизни происходит, не поддается никакому объяснению. Но пока у меня есть еще минут 40, давай друг друга вдохнем и остановим. Легких тает ты, и над заливом запомни ты меня таким, таким счастливым. Легких тает ты, и тем же утром запомни ты меня таким, таким. Плохой, на самом деле, заменитель. Так,
чтобы тренироваться. В принципе, вот это все аппаратуры. Да, особенно вот микшер наложен, да. Ну, надо вот такая вот микрофонная база. И как настроить уже более чуть-чуть уже вместе, если с микрофонной базой, не используя вот маленький микрофон. Как настроить, вот используя программу как эффект, караоке, который подходит для караоке. И как сделать микрофон погромче. В принципе, он очень слабый здесь, он очень тихий. Вот видно, приходится здесь закатку делать тише. Ну, в принципе, все. Вот по настройкам перемотайте, посмотрите, пользуйтесь, получайте удовольствие. Записывайте себя, в итоге слушайте. Всем удачи, всего доброго, следите за другими моими, возможно, обзорами. Чуть-чуть позже я вот запишу уже, как использовать два компьютера. Второй компьютер в качестве предусилителя. И с ревибрацией еще, потому что здесь только вот этот эхал эффект, но нет еще ревибрации. Добавить, если ревибрацию, будет интересный звук. Все это вы можете делать с минимальными затратами, имея компьютер, скачая эту программу, установить драйвера и купить, конечно, микрофоны и иметь какие-то там домашние колонки, акустику. Можно будет делать домашнее такое. Караоке, которое, в принципе, будет не хуже, чем любое другое. Скачивая все караоке-клипы с интернета, пользуясь программой вот этой Virtual Digital. Всем удачи, сейчас монтирую и опубликую для вас.